комнатные цветы – особенности зимнего полива. Очень часто из-за неправильного зимнего полива мы теряем свои растения. Почему это происходит? Дело все в том, что при высокой комнатной температуре воздуха в комнате почва быстро пересыхает, и мы начинаем почаще хорошенько ее увлажнять. Это самая большая ошибка. В этот период корневая система растений практически не работает или работает в замедленном режиме. Поэтому избыточное содержание влаги приводит к закисанию и загниванию корневой системы. Особенно часто это происходит, если цветок к тому же стоит на холодном подоконнике. И если вы увидели, что при мокрой почве у цветка увядают и желтеют листья, необходимо срочно реанимировать растение. Извлеките его из горшка, просушите земляной ком, удалив при этом поврежденные корни, и посадите в новый горшок. Растения же, цветущие в зимнее время, фиалки, цикламены, орхидеи и другие, поливаем регулярно, используя теплую воду. Зацветающие зимой луковичные – амариллис, гипиаструм, эухарис – поливаем после появления цветочных стрелок по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С наступлением отопительного сезона желательно больше внимания уделять увлажнению воздуха в помещении. Вы облегчите зимнюю жизнь своим питомцам, если поставите в помещение открытые емкости с водой. Закройте батареи отопления влажными полотенцами. В это время большую пользу принесет регулярное опрыскивание кроны теплой кипяченой водой из пульверизатора и раз в неделю ополаскивание растений под теплым душем. Все эти меры помогут вашим комнатным цветам комфортно пережить зиму. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.